месила нотное тесто. А я вспоминал свое детство, и мне было ее так жаль. Она колотила в рояль, раскачивала гармонии лодку. Пассаж был скучный, неловкий, да и вообще не строяк. Муж подносил патроны из частых командировок. Дети взрослые, вроде здорово, ну, возраст немного тронул. Учителя не видел ни разу. Наверное, он моложе. 10 лет разучивать очень сложно одну музыкальную фразу. А рояль извивался под нею, как червяк на крючке. И плакали, уходили гулять с собаками, затыкая уши плотнее, но не смея сказать ей дерзкое. Те, кто знал ее жизнь, не детскую.